Всем привет! Вот я сделал такой этот радиомикрофон. Ну, у меня фильм есть, там, как он работает, все это у меня есть. А у меня вопрос был такой. Хотелось бы послушать качество, как он качественно работает, этот радиомикрофон. Потому что товарищ захотел сделать, и ему надо качество, чтобы было. Чтобы девиация была большая. Вот, поэтому вот его это интересовало. Ну, я вчера думаю, ладно, схожу-ка я, да, сниму фильм об этом. Думаю, поставлю я его там где-нибудь на дамбе, это, на штатив, камеру, а сам с этим радиомикрофоном куда-нибудь уйду. Ну, и буду там это пробовать. Ну, знаете, как получилось, как всегда получилось. Я камеру включаю, а там надпись «Нет карты памяти». Я тут, елки-палки, уже не первый раз такое. Вот карту памяти выдернешь, в компьютер ставишь, в картридер в этот, ну и все, с нее списал. Вот, и забыл ее выдернуть и снова поставить в камеру. Ну вот камеру закрываю, значит, все, и прихожу, нету карты памяти. Ну я, ну ладно, думаю, буду тогда дома записывать. Значит, этот радиомикрофон... Есть у меня описание его, фильм снят, как он сделан, там печатная плата, все, схема, и там я все пальцем вводил, куда сигнал идет, и как он приходит, и куда уходит. Вот, значит, дальность этого радиомикрофона, у меня он точно такой же сделанный на даче, для того, чтобы наша водокачка работала. У нас баки на горе находятся. От водокачки до туда, там где-то метров 700 или 800, примерно так. И вот там передатчик этот у меня все время на водокачке, там наверху, на бочках, знаете. Вот. А этот водолей, когда приходит воду качать, он приемник обыкновенный берет, этот FM, частота 96 МГц, включает и слушает. Вот в зависимости от того, какой тон оттуда слышно, значит, либо она пустая бочка, либо она наполовину накачана, либо она полная. И вот он у него там все время пищит, он слушает так. Иногда подходит, а так, о, тон изменился, все. Половина бака уже есть. Потом раз, прерывистый сигнал пошел, все, бочка полная. Он выключает. Так, вот этот вот передатчик такой, у меня 3 года уже там работает. 3 года. Но в этом году, дай бог, тьфу-тьфу, может опять будет работать. Вот, ну я резервный все равно сделал там. Так, значит, сейчас будем пробовать. Вот, как это все делается? Делается так, раз 96 МГц, значит, вот берем приемник любой. Вот, можно вот этот приемник на частоте 96 МГц, можно вот этот вот, как он тут, ретикес. Ну, они у всех такие есть. Вот выход, который на наушники сюда втыкаем, вот, а вот это вот втыкаем в микрофон. Вот здесь я на середину ставил громкость, ну там примерно, значит, где-то там 15 у него вроде бы. Вот сейчас я его сразу включу. Так. И посмотрим, да, 96 МГц. Вот 15 у меня тут стоит громкость. В общем, я его включаю сразу вот эту. Вот он, цвет зелененький загорелся. Вот он. Вот. И включаю камеры. Сейчас работает. Свой микрофончик стоит, маленький такой микрофончик. Но, надо сказать, качество у него дрянь. Он плохой микрофон. Так что вот сейчас вот от него. Вот. Вот как она есть, так вот и все. Вот сейчас вот это. Вот, близко на переискажение, конечно. Это. Так, значит, у меня есть еще выносные микрофоны. Вот один выносной микрофон. Сейчас я попробую по отдельности их. Один, другой. Вот этот вот радиомикрофон. Не радиомикрофон, а петличка. Вот она, да. Она у меня... Камеру включаю, там нормально, но она с усилителем, поэтому здесь искажения будут.
Вот переусиление. Ну, сейчас вы это дело продемонстрирую вам, когда переусиление будет. Так, ну вот, усиление бешеное, громкость ой-ой-ой, чувствительность ого-го какая, поэтому там искажение. Вот. Ну так вот, если далеко, да потихоньку разговаривать, то вроде как и ничего. А вот близко вот так, то вот тут уже все. Сейчас попробуем вот с этим микрофоном. В этом микрофоне только вот эта капсуль родной стоит, вот этот сам этот микрофон. А здесь должна электроника будет, тут батарейка вставляться должна, там ничего нету, все вытряхнуто. Вот один только этот. Так, ну вот, сейчас с этим микрофоном. Ну, вообще-то он мне нравится, этот микрофон. Ну, надо будет его в петличку, наверное, вделать. Или, может быть, его вытащить, да вот сюда вставить, что ли. А то вот у меня на стенке висит так вот. Так, ну, в общем, вы заметили, какая разница. Вот качество этого передатчика какое. Вот, вот так вот он работает. Его можно в карман положить, сзади прикрепить, на пояс сделать. Да хоть куда можно. Вот так вот его вот, воткнул его и, пожалуйста. Вот, вот так работает этот радиомикрофон. Так, есть еще у меня другой микрофончик. Сейчас я покажу. Так, этот я выключаю. Значит, у него устройство такое. У него тут два микрофона стоит. Спереди и сзади. Потом там такая электроника напихана была много. Сигнал, когда приходит отсюда, он принимает. И сигнал, который с задержкой приходит, но дальше там находится, вот это дело все высчитывается, и потом это с этим там по фазам как-то накладывается. В общем, короче, он остронаправленный. Но на самом деле никакой там остронаправленности у него не было совсем. Я это дело посмотрел, да добавок тут усилитель стоял, и усилитель, когда включаешь, он заметные шумы добавлял. Вот я его разломал. Когда я его разломал, то я так недолго думая взял вот эти микрофончики, один с этой стороны поставил, а другой с этой стороны. То есть я как бы стерео его сделал. И все, а электронику все выкинул. Но сейчас я вам продемонстрирую, что получится. Так вот он, этот микрофон, работает. Он, конечно, громче. А почему громче? А потому что в камере здесь сделано шумоподавление, и вот эти микрофоны там эти, они фетром сильно закрытые, поэтому чувствительность у этого, у камеры, у микрофонов низкая. Вот. Но она за счет этого там с боков меньше шума уберет, сзади, в общем, так вот она направленная. Вот. Ну, сейчас я вот попробую сбоку, посмотрите стерео, как будет, будет или не будет. Так, я с этой стороны захожу. Так, расстояние. Так, расстояние получается 1,5 метра. 1,5 метра от микрофона. С этой стороны. Так, теперь спереди. Сейчас с другого боку захожу. Так, расстояние 1,5 метра. Вот, 1,5 метра. Так вот. Так что вот такая вот получается кардиоида его. Вот. Так, ну ладно, ребята, на этом я заканчиваю. Ну, кому это интересно было, значит, наверное, он выводы сделал по части этого радиомикрофона. Вот, может сделать. Его можно и уменьшить значительно. И вообще можно его сделать так, в форме такого. Вот, ну, в общем, ну, всего хорошего вам. Пока, спасибо. Подписывайтесь на мой канал.